Здравствуйте, я Дерек Уокер, пастор Библейской церкви в Оксфорде. В прошлый раз мы начали тему «Во Христе». Это одна из самых важных фраз в Библии. Она часто встречается в Божьих обетованиях, связанных с тем, кто мы и что мы имеем только благодаря тому, что мы во Христе. В прошлый раз мы говорили о чуде нового рождения. Когда мы приняли Христа, Бог сделал нечто невероятное. Он крестил нас во Христа. Он перевел нас из Адама во Христа. В прошлом мы все наследовали от Адама, а теперь, если мы принимаем Христа, то благодаря тому, что мы во Христе, нам принадлежат все благословения. Это называется позиционная истина. Это очень важно, это скала, на которой нам нужно строить свою христианскую жизнь. Давайте же начнем сегодня с молитвы. Спасибо, Господь, за Твое прекрасное спасение, которое Ты дал нам во Христе, за все благословения, которые мы уже имеем во Христе. Молюсь о том, чтобы все, кто меня слушают, были во Христе. Если это еще не так, то пусть они примут Тебя, Господь. И тогда все эти вещи заработают в их жизни. Господь, давай нам откровение о том, кто мы, и что мы имеем во Христе, чтобы мы строили крепкую христианскую жизнь. Слава Тебе за все. Аллилуйя. Аминь. В прошлый раз мы узнали, что Иисус сказал нам строить свою жизнь на камне откровения о Новом Завете, которое прежде всего представлено словами Иисуса, а потом Его апостолов, которые строили на Его словах. Но слова Иисуса — это основание. В Евангелии от Матфея, 7 главе, Иисус сказал: «Итак, всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне». Получается, что позиционная истина о том, кто мы во Христе, похожа на камень. Она не меняется от наших чувств или эмоций. Она всегда остается истиной. Во Христе я всегда больше, чем победитель. Даже если у меня был довольно плохой день, я не буду расстраиваться, потому что истина в том, что во Христе я больше, чем победитель. И это заслуга Христа, а не моя. И на этом камне я и строю свой дом. Итак, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. Иисус был строителем, и он знал, что залог успеха в строительстве — это заложить хорошее, твердое и непоколебимое основание. Альтернатива — это строить на песке, как глупый человек. Снаружи дом может выглядеть хорошо, но при первом же давлении на него он рухнет. Поэтому Иисус говорит: «А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». В итоге такой дом развалится. Нам нужно строить свой дом на Слове Божьем, на откровении о том, кто мы и что мы имеем во Христе. Читая Библию, обращайте внимание на фразу «во Христе», потому что там вы также увидите, что вы имеете. Не то, что вам нужно получить или пытаться заслужить или заработать. Я когда-то приду к этому. Однажды я все же стану больше, чем победителем. Нет, вам нужно получить откровение о том, что это уже правда из-за того, что вы во Христе. А затем вам нужно жить на основании этой реальности. Скала Слова Божьего надежная, твердая и нерушимая, и вы можете смело строить на ней свою жизнь. Расскажу историю. Говорят, что она правдивая, но я этого не гарантирую. Это запись постыдного разговора между руководством американского военного корабля и представителем канадского побережья. Капитан американского корабля сказал: «Поверните свой корабль на 15 градусов к северу, чтобы избежать столкновения». А канадец ответил: «Я рекомендую вам изменить свой курс на 15 градусов».
Американец разозлился и говорит: «Это капитан корабля американского военного флота». Канадец ответил: «Нет, вы меняете свой курс». Американец сказал: «Это американский авианосец «Линкольн», второй по величине корабль Атлантической флотилии. У нас на борту 3 истребителя, 3 крейсера и другие судна, поэтому я требую, чтобы вы изменили свой курс». А канадец ответил: «А это маяк, поэтому решайте сами». Маяк построен на скале, он зафиксирован и нерушим, и все остальные корабли, даже если это огромные авианосцы, должны подстраиваться под него. Иначе они столкнутся с ним и будут уничтожены. Так же и со Словом Божьим. Оно — свет, который указывает нам путь, а также оно — нерушимая скала. Если мы доверимся Ему, будем выстраивать свой курс и свою жизнь по Нему, то у нас все будет хорошо. Но если мы будем Его игнорировать и следовать своим суждениям, то, напоровшись на Слово, мы будем разбиты. Мы не можем заставить Бога измениться или передумать. Бог не будет менять свое слово, чтобы оно подошло лично вам. Это нам нужно изменить свой курс и привести его в соответствие со словом. А суть этой твердой истины Нового Завета, на которой нам нужно строить свою жизнь, в том, кто мы во Христе. Это позиционная истина. Это правда о нас благодаря нашему положению во Христе. А это означает, что эта истина стабильная, стойкая и неизменная. Она не меняется от того, как вы себя чувствуете или как прошел ваш день. Она зависит не от меня, а только от того, что Бог сделал для меня во Христе по своей благодати. Строить на этом камне значит знать, кто я во Христе, а потом основывать свою жизнь на этой реальности. В прошлый раз мы говорили, что, родившись в Адаме, мы были соединены с Адамом. А это означает, что мы автоматически разделили с ним его грех, осуждение, проклятие и смерть. Но точно так же, когда мы оказались во Христе, мы получили совершенно новую позиционную истину. Будучи во Христе, мы автоматически получили его праведность, его жизнь, его победу и его благословение. Не потому что мы все это заслужили или заработали, мы получили все это по благодати, потому что все это есть во Христе. Нам досталось это за то, что мы приняли Его своим Господом вместо Адама. Его благодать аннулировала наше плохое наследие от Адама, а также дала нам все возможные благословения во Христе. Все это подытожено в первом послании к Коринфянам, 15 главе. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Слава Богу!» Итак, как видите, все зависит от того, в Адаме вы или во Христе. Как в Адаме вы были автоматически под властью греха и смерти, так во Христе вы автоматически под властью праведности и жизни. В Адаме мне не нужно пытаться стать грешником или духовно мертвым, или быть под властью тьмы. Это было фактом моей жизни по моему положению и природе. Так же и сейчас, когда я во Христе, мне не нужно пытаться стать праведным или быть благословленным и победителем. Я уже такой по моему положению и моей природе по благодати Божией. Мне необходимо узнать этот факт, поверить в него и жить этой реальностью. Наша позиционная истина досталась нам только по благодати, потому что все это сделал для нас Бог во Христе, независимо от наших дел. Когда мы принимаем Христа как нашего Господа, мы оказываемся во Христе, а наш дух рождается свыше. И благодаря этому новому рождению мы наследуем все эти вещи, как дети Божьи. И все это только Божья заслуга. Сейчас, как дети Божьи, мы являемся наследниками всех благословений во Христе. Мы не можем сказать, что в этом есть наша заслуга, потому что все это сделано для нас Богом. Вы же не можете сказать, что ваше рождение — это ваша заслуга. Это сделала ваша мама для вас. Так же и с нашим новым рождением. Оно полностью по Божьей благодати. Нам лишь нужно принять это, поверить и жить соответственно.
именно эта скала, которая никогда не меняется. И мы не можем обнаружить ее, если будем смотреть на свои чувства, суждения или поступки. Я не могу посмотреть на себя и сказать: «Посмотрите, как я великолепен, я больше, чем победитель». Нет, это никак не зависит от меня. Все это зависит от Христа. Только Слово Божие говорит мне о том, кто я во Христе. Неважно, что я вижу или чувствую, имеет значение только то, что сказано в Слове о том, кто я во Христе. Иисус сказал: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». То есть, мы узнаем позиционную истину о себе, изучая Слово Божие, и истина, которую вы знаете, сделает вас свободным. Когда вы знаете истину и верите в нее, тогда вы ощущаете свободу и победу. Итак, позиционная истина — это истина о том, кто мы во Христе, и что мы имеем во Христе через новое рождение. Опять же, все это стало реальностью для нас не благодаря нашим делам, а потому что мы во Христе. Вначале нужно быть, а уж потом делать. Наши дела не определяют нас, то, кто мы, но они демонстрируют, кто мы. Поэтому перед тем, как мы сможем делать дела, которые отвечают нашей истинной природе во Христе, нам нужно знать, кто мы во Христе, а потом жить в этой реальности. Так мы узнаем, кто мы на самом деле, и тогда то, что мы будем строить, будет крепким и долговечным. Если Христос — наш глава, а не Адам, тогда все, кто Он есть, и все, что Он имеет, тоже наше в Нем. Всю вечность мы будем открывать для себя, что туда входит. Мы сонаследники со Христом. Он праведен перед Богом. Поэтому во Христе мы праведны с Его праведностью. Теперь Он — наша праведность. Ибо не знавшего греха Бог сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Нам не нужно пытаться достичь праведности, потому что мы уже праведные, если мы во Христе. Во Христе мы святые и благословленные. Послание к Галатам 3:14. «Благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на нас. Оно уже наше. И чем быстрее я это осознаю, тем лучше и тем быстрее я смогу жить в нем». Как в Адаме мы автоматически оказываемся под властью греха и сатаны, также автоматически мы под властью праведности, благословений и жизни во Христе. Открывая места Писания со словами «Во Христе», я узнаю, кто я на самом деле, а затем могу жить в этом. Со временем вы заметите, что это реальность. Это уже стало реальностью в вашем духе в результате нового рождения. В вас природа самого Христа. Когда вы начинаете верить в эту истину и жить в ней, то, что есть в вашем духе, начинает проявляться снаружи. Как Бог сделал это? Как Он перевел нас из Адама во Христа? Это происходит через наше отождествление себя со смертью и воскресением Христа. Иисус стал человеком, чтобы отождествить себя с нами, дабы потом забрать нас в свою славу. Он взял все, что было в Адаме, нашего ветхого человека, все, кем мы были, и все, что мы имели в Адаме, на себя, и пригвоздил это ко Христу, похоронив это навсегда. А затем Он воскрес из мертвых в силе новой победоносной жизни. Он воскрес, как второй Адам, как глава нового вида людей, новых творений. Итак, если мы в Нем, мы разделяем с Ним нашу историю, то есть мы отождествляем себя с Ним. Это означает, что мы умерли с Ним, были похоронены с Ним, а также воскресли с Ним в силе новой жизни. Затем мы вознеслись вместе с Ним выше всех властей и начальств и сели вместе с Ним на Его престоле, и теперь все враги под нашими ногами.
И когда мы перешли во Христа, мы отождествились со всем этим. То есть мы были распяты во Христе, и все наше наследие в Адаме было прибито ко Христу. А через Его воскресение мы вошли полностью в наше новое наследие во Христе. Все уже было совершено в нашем духе во время нового рождения. Однажды это проявится полностью во время нашего воскресения в славе, когда слава Божия будет на наших телах. А тем временем мы изменяемся от славы в славу, пока наш разум обновляется в том, кто мы во Христе. Когда Иисус умер и воскрес, Он сделал это не ради Себя, а ради нас. Как наш представитель, Он дал нам смерть и воскресение. Смерть вывело нас из Адама, а воскресение ввело в новую жизнь во Христе. Когда Он умер, то взял нашего ветхого человека на крест вместе с Собой. И в послании к Галатам сказано: «Я распялся со Христом, но теперь не я живу, а Христос». Он живет, потому что новый воскресший человек заменил в его духе ветхого человека. Когда Иисус был похоронен, наш ветхий человек был похоронен с Ним. А когда Он воскрес, мы воскресли вместе с Ним, как новый человек, новое творение. Та же сила Божия, что воскресила Иисуса из мертвых, воскресила к жизни наш дух через новое рождение. Итак, своей смертью Он пригвоздил ко кресту ветхого человека в Адаме и всю позиционную истину о нем. А своим воскресением Он сделал нас новыми людьми во Христе. Все это произошло благодаря Его смерти, погребению и воскресению. И в тот момент, как мы приняли Иисуса Господом, все это было вменено нам. Автоматически вся наша старая природа оказалась на кресте, а к нам пришла новая жизнь во Христе, и мы родились свыше. Это немного похоже на денежный перевод. Представьте, что я сделал денежный перевод, и все ваши долги могут быть выплачены, а на вашем счету окажутся миллионы. Затем я сообщил вам хорошую новость о том, что все уже сделано, и от вас требуется только ваше «да». И тогда перевод осуществится. Нужно только нажать кнопку, и все. Так же и в случае со Христом. Он уже сделал все для того, чтобы ваш ветхий человек был удален, и появился новый человек во Христе. И все, что ему нужно, это чтобы вы сказали: «Да, я принимаю тебя, Иисус, моим Господом и Спасителем». И тогда мгновенно будет осуществлен этот перевод. Вы будете взяты из Адама и переведены во Христа, и вы получите воскресение и жизнь. Аллилуйя! Иисус уже все это сделал. Он забрал все проклятия, все грехи, все наследие Адама на Себя, а взамен дал вам свою праведность, радость и благословение. Вам лишь нужно сказать: «Да, я принимаю это», и все это окажется на вашем счету. Так вы креститесь во Христа, и все эти вещи становятся вашими. Ветхий человек в Адаме распят и похоронен со Христом. Его больше нет, и вместо этого вы теперь новый человек во Христе, потому что настоящий вы — это ваш дух. Вы — дух, у вас есть душа, и живете вы в теле. Поэтому в послании к Галатам сказано: «Я распялся со Христом, но теперь я живу». Как только его ветхий человек исчез, он говорит: «Но я все же живу». Все потому, что на месте ветхого человека оказался новый, который живет верой во Христа. Слава Богу! Да, у меня все еще старое тело от Адама, но настоящий я — это мой дух, который сейчас во Христе, и он находится в положении победы и жизни Христа. Однажды мое тело тоже изменится и станет таким, как у Христа, и оно сможет устоять перед славой Божией. Во втором послании к Коринфянам 5 главе сказано: «Итак, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое». А послание к Римлянам 6 глава говорит: «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?» Итак, мы погребли с Ним крещением смерть.
дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним. Итак, наш ветхий человек в Адаме мертв и похоронен, и вместо него мы получили нового человека по подобию воскресшего Христа. Послание к Ефесянам гласит: «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Это не то, что ждет нас в будущем, а то, что уже произошло в нашем духе. Как только мы вошли во Христа, Его сила была применена к нашему духу, сделав три вещи. Нам была передана жизнь Христа, изменившая нас из смерти в жизнь. Во-вторых, нашему духу была передана победа Христа, победа над грехом. До этого мы были под грехом, под сатаной и проклятием, но мы воскресли со Христом и стали над всем этим. Теперь мы над грехом, сатаной и проклятием, слава Богу. И в-третьих, нашему духу было передано владычество Христа, потому что теперь мы посажены со Христом на небесах, выше всякого начальства, и мы должны считать, что все это правда, и поступать соответственно. Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, а живыми для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим. Ваш дух воскрес над грехом и над всеми силами сатаны. Нам нужно осознать, кто мы на самом деле в нашем перерожденном духе во Христе, и жить в соответствии с этим. Как бы ни прошел ваш день, каким бы ни было ваше настроение, это никак не меняет позиционную истину о вас. Даже если вы сегодня молились 5 часов, это тоже не меняет позиционную истину о вас. Вы по-прежнему праведность Божия во Христе Иисусе. Вы все еще победитель, потому что все это вы имеете по благодати. Не за ваши дела, а потому что Христос представляет вас перед Богом, и Его заслуги записаны на ваш счет. Вы стоите в Его праведности, победе и силе. И все места Писания об этом рассказывают вам, кто вы во Христе. Когда вы читаете их, помните, что все благодаря Его смерти и воскресению. Ну, а теперь рассмотрим некоторые из этих мест Писания. Второе послание к Коринфянам, 5 глава. «В нем мы стали праведными перед Богом». Осознайте, кто вы. Примите это и живите соответственно, потому что это факт. Праведность Божья сдерживает свои обещания. Так и вы должны делать. Вы должны начать жить и говорить как праведник. Праведность Божия сдерживает обещания, служит со смирением, не настаивает на своем, ходит в любви, хранит себя в чистоте, молится с властью и смелостью. Праведник смел, как лев. Он не бежит от сатаны в страхе, а противостоит лукавому и его злым путям. В послании к Ефесянам 1 главе сказано, что мы приняты возлюбленным, то есть во Христе. Христос безгранично любим и принят Богом. И хорошая новость в том, что Бог любит вас так же, как Христа. Если вы во Христе, то вы полностью любимы и полностью приняты, как и Христос. Возможно, вы этого не чувствуете или не считаете себя достойным этого, но примите это как истину и стройте свою жизнь на ней. Начните жить как любимый ребенок, любящего Бога. Послание к Римлянам, 8 глава. «Итак, нет ныне никакого осуждение тем, которые во Христе Иисусе». Колоссянам, 1 глава. «Избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в Котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов». Тут сказано, как только вы оказались во Христе, ваши грехи тут же были прощены, и вы были свободны от власти тьмы.
«Власть сатаны над вами отменена, и вы переведены в Царство Божие». И все это происходит автоматом. Галатам 3 глава. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою. Ибо написано, проклят всяк, висящий на древе, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников. Благословение Божие на вас. Поверьте в это и начните ходить, как благословенный человек. Вам не нужно пытаться заслужить благословение или как-то заработать его. Вы уже благословлены Богом». Римлянам 8 глава. «Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас». В английской Библии сказано, что мы больше, чем победители, благодаря полюбившему нас Христу. Он сделал нас больше, чем победителями. Мы — Божий шедевр и способны на добрые дела. У вас могут быть какие-то ошибки или промахи, или это эмпирическая истина, но она не меняет того, кто вы во Христе. Вы все равно больше, чем победитель. Строите представление о себе на этой истине, и тогда вы сможете превратить все поражения в победы. А каждая преграда станет ступенькой к успеху, если вы будете знать, кто вы во Христе. Что нужно делать, чтобы нас не уничтожили жизненные бури? Нам нужно размышлять над местами Писания, где сказано «во Христе», а потом исповедовать их, побеждая тем самым негативные мысли из прошлой жизни. Библия говорит, «сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению или к проявлению этой истины в жизни». Иисус сказал, что вы будете иметь то, что говорите. Если верите в это, то, что вы говорите, будет исполняться. Иными словами, мы должны провозглашать, кто мы во Христе. Сказано, что через одного человека, а именно Иисуса Христа, будут царствовать в жизни те, кто принимает богатство благодати. А как правит царь? Своим словом он говорит, и его слово исполняется. Так и нам нужно говорить. «Господь, я благословен. Ты обращаешь эту ситуацию мне во благо. Во Христе я победитель». Тренируйтесь провозглашать это. «Я благословлен. Я стою на камне. Я новое творение во Христе Иисусе, и да будет так. Аминь». Начните исповедовать все это в свою жизнь. Сегодня я хочу предложить вам две мои новые книги. Первая называется «Возрастая духовно». И еще мои комментарии к первым 11 главам Евангелия от Иоанна. Каждая из них стоит всего 5 фунтов. Позвоните нам или пришлите чек по адресу, указанному на экране. Пишите уже сегодня.